Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня предлагаю вашему вниманию вот такой замечательный салатик, очень сытный, очень красивый, который называется фрунчоза. Кому интересно, оставайтесь со мной. Нам понадобится 3 морковки, 2 куриные грудки, 1 репчатый лук, 1 болгарский перец, огурцы, 100 грамм рисовой паутинки и немножко кукурузы. Также нам понадобится льняное и кунжутное масло. У кого нету, можно заменить подсолнечным. Заливаю паутинку кипятком и даю ей постоять. Посмотрите, она очень быстро становится мягкой. Посмотрите, как быстро она стала мягенькой. Я даю ей постоять минут 5. Куриную грудку я посолила, поперчила и отправила в электрогриль. Посмотрите, она уже готова. Кстати, один лайфхак. Если вы не хотите мыть электрогриль, можно воспользоваться пергаментной бумагой. Очень удобно. Посмотрите, как хорошо она у меня поджарилась. Теперь она остынет, и я ее порежу. В разогретую сковороду я добавляю нарезанный лук и немного его потушу. Затем я потушу морковку. Рисовую паутинку я откинула на дуршлаг, чтобы слилась лишняя жидкость. И теперь буду измельчать ее ножницами. Посмотрите, как хорошо она теперь режется. Вот таким образом я ее измельчаю. Теперь проверяю, насколько она мелкая. И вижу, что мне надо еще немножечко ее измельчить. И теперь к паутинке я добавляю все нарезанные овощи. Это огурчик. Я все нарезала соломкой. Болгарский перчик. Куриная грудка. Морковку я не тушила, потому что я очень люблю в салате заменить тушеную морковкой. Морковкой по-корейски. Мне кажется, это очень хорошее сочетание. Ну а вы выбираете, как вам вкуснее. Также добавляю сюда кукурузу по вкусу. Я добавлю 4 ложечки. Потом, если что, добавлю еще. И теперь добавляю сюда льняное масло и кунжутное масло. Если у вас нету этих масел, вы можете заменить их обыкновенным подсолнечным. Также я добавляю сюда немного бальзамического уксуса. И все хорошо-хорошо перемешиваю. Ребят, посмотрите, какие краски в салате. Я очень люблю такие красочные, яркие салаты. Мне показалось, кукурузы маловато, поэтому я добавляю еще. И теперь выкладываем все на тарелку. Ну, красота неописуемая. Немного украшаю зеленью. И все, салат готов. Ребят, кому понравилось мое видео, не забываем ставить пальчики вверх, подписываться на наш канал, делиться моими рецептами с друзьями. Всем пока и до новых встреч!